митинге ко дню памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах приняли участие глава Одинцовского округа, секретарь местного отделения «Единой России» Андрей Иванов, а также ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС, депутаты Мособлдумы и окружного совета, представители ветеранских общественных организаций, школьники. Андрей Иванов возложил цветы к мемориальному комплексу на улице маршала Неделина. Память погибших участники мероприятия почтили минутой молчания.